УР-30 ТБ, УР-30 ТБ, вот это 4 УФА. Да, УФА здесь. Ну что ж, Сергей, еще раз добрый день. Ой, господи, работаю с машинки, 50 ватт в антенну, 78.00 станция. И китайская антенна двухдиапазонная. На приеме. Да, Сергей, ну не антенна вообще где-то на сумме, так что громко. 9, на 9 баллов, отлично, прям. Рад вас слышать. К сожалению, еду на дорогу, смотрю по большей степени, если не сложно. Сейчас следующее включение дам вам в рапорт, как вас принимаю. А это вы с Киева, да, едете куда-то? 5 баллов, 5-9, 5-9 вам. Ой, 5-5, вернее, 5-5, прошу прощения. Нет, я в селе еду, тут выехал с села к железнодорожному переезду. Надо человека забрать с электрички. А это где, в какой стороне от Киева? Это село Яготын, Господи, прошу прощения, село Ковалевка, Яготынского района. Ну, мне сейчас туда антенны смотрят, прием. Да, принято. Я сейчас могу мощность убавить немного, ради интереса, услышите ли вы меня или нет. Ну, давайте. УР-30 ТБ, УР-30 ТБ, вот это 4 УФА. Слышно нормально, 5 баллов, прием. Принято. Ну, прохождение радует. У вас качает сигнальчик от 3 до 9 с плюсами. Вот. Но также на 5 баллов прекрасно воспринимаю. А то мы как работали с вами, то вы в Яготыне были или где? Прям. Нет, то я все так же был у себя в селе, в село Ковалевка. Вот, так сказать, на дачке. В домике. На кухне, так сказать, летней. Да, прикол. А я антенны на Киев крутил. Там, получается, боком было к вам. Прием. Ну, вот видите, пути радиоволн неисповедимы. Слава Богу. Я, честно говоря, повторюсь, я же очень рад вас слышать. Вы знаете, сегодня поставил антенку какую-никакую вот на 70 сантиметров эту. Целый день сижу, ору на 70-ке, ну, там совершенно глухо. На двоечке немножечко покричал, что там пару человек в шумах проходило, но также глухо. И тут с вами хоть немного душу отведу. Прием.